Привет, друзья! Сегодня я в Серпухове, единственном подмосковном городе, где на маршрутах работают автобусы ПАЗ-3205. Самые скрепные российские автобусы. Но приехал сюда, конечно же, не ради этих автобусов, а ради электрички, которая приезжает сюда из Тулы. На маршруте здесь работает целая R2, 1338, последний электропоезд серии R2, судя по всему, вообще в России. Давайте же попробуем его поймать. Вперед! Я еду по Серпухову, на перегон Таруско-Серпухов. В черте города, чтобы особо не усложнять себе жизнь. Какая ностальгия вновь побывать в электропоезде R2. Последний раз я ездил на таком где-то лет 10 назад, представляете? И вот я вновь здесь. Я вижу эти потрясающие мерзкие форточки, у которых кнопки на рукоятках не нажимаются, и эти форточки не открываются в жару. Я вижу эти потрясающие дермантиновые синие сиденья, хотя, скорее всего, они не подлинные, потому что, насколько я знаю, все-таки с завода ставили деревянные или фанерные сиденья. Сколько сотен километров было проехано в таких электричках в юношестве, на дачу, в Сергиев Посад и в другие места, ведь они ездили по всей московской железной дороге. А сейчас вот осталось всего лишь один поезд этой серии. Конечно, есть еще R2K, но они уже не такие крутые, потому что в них новые форточки, новые светильники и все такое. А этот электропоезд самый натуральный, самый подлинный, самый настоящий. Это был бы отличный экспонат для музея Московской железной дороги. И мы выезжаем из тупика на станции Серпухов к платформе под посадку пассажиров. Электричка пойдет на Тулу. К сожалению, я не смогу в ней прокатиться. Поэтому сегодня ограничимся поездкой из тупика до платформы. Вот он, R2-1338. Это последний электропоезд серии R2 без всяких модификаций. Ни R2R, ни R2T, ни даже модернизированный R2K, а чисто R2. По всей видимости, это последний электропоезд этой серии, сохранившийся в первозданном виде. Он построен в 1984 году и все время работал на Московской железной дороге, а сейчас трудится в депо Новомосковск. Дорогие друзья, это был R2-1338, последний в России электропоезд серии R2, сохранившийся практически в первозданном виде. Я надеюсь, что руководство Московской железной дороги обратит внимание на этот передвижной состав и подумает о том, чтобы сохранить его для будущих поколений, желательно в действующем состоянии. Представляете, какой кайф будет прокатиться лет через 20 вновь в этом электропоезде? Надеюсь, он не повторит судьбу R2-1017, последнего круглого R2 на Московской дороге, который благополучно переделали в спутник. А с вами был Игорь Абросимов и блог ЖД-фотографа из Серпухова. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и посмотрите, пожалуйста, вот эти видосы. А у меня на сегодня все. До новых встреч и спасибо за просмотр.